Дубковском доме культуры прошла встреча, посвященная Дню памяти воинов-интернационалистов. Мероприятие посетили одинцовские депутаты, единороссы Вячеслав Киреев и Владимир Виницкий. Почетными гостями стали герои России Александр Головашкин и Андрей Ломанов, а также воины-афганцы и участники боевых действий. Участники встречи почтили память всех, кто погиб, выполняя боевые задачи за рубежами нашей Родины.